в 9-10 сериях мы узнаем о том, как Саламов, математический гений, так и не смог смириться со смертью жены и детей, чтобы добиться справедливости. Он готов пойти на очередные преступления. Виновные в гибели семьи Саламова умирают один за другим. Мельник с командой идут по пятам ученого, но всегда оказываются на шаг позади него. В 11-12 сериях Мельник со своей командой приезжают в Тулу, где их ждет новое задание. Они должны найти сбежавшего авторитетного вора в законе Колыму. У Колымы свои планы. Он собирает сходку для передачи общака, но его давние товарищи живут уже по другим понятиям. Возможно, что сотрудничество с командой Мельника – это единственное решение. В 13-14 сериях Мельник и Свиридов переживают потерю своего товарища, но основное дело Мельника не закрыто. Он по-прежнему должен доказать свою невиновность. Ему предстоит встретиться со старым знакомым, из-за которого он лишился своего звания. Банда Ворона должна быть награбленное добро, но Мельник уже знает, как им помешать. И в 15-16 сериях кто-то хочет помешать Мельнику доказать свою невиновность. За ним и Свиридовым устанавливается слежка. Поимка сбежавших преступников для Мельника отходит на второй план. Теперь самое важное – это спасти собственную жизнь. Расследование принимает новый оборот. Чтобы выжить, Мельник и его команда должны поставить на карту все, что у них есть.